они к нам приехали полностью вооружены. И когда изъяли у них оружие и патроны были в патроннике, то есть они были готовы полностью к бою. С какой целью они сюда ехали? Тут можно только догадываться. Это война. Сколько человек их было? Их было пятеро. Два офицера. А остальные? Именно остальные. Ну, остальные, я так поняла, там врач был, да? Младший сержант, наверное, да. Ну, по ихним словам, да, это был врач. Ну, в принципе, они все, когда и попадают в плен, и первое их призвание, это они и медсестры, медбратья, повара. А потом уже выясняются. А потом уже, да? когда и попадают и к тем людям, кто этим занимается, а потом они уже и рассказывают, кто они есть на самом деле. Как они себя вели вообще, ну вот в тот момент задержания, так сказать? Спокойно, неспокойно. Что у них в глазах было при этом? Ну, я вам скажу как. Вроде бы как была попытка, но, ну, в принципе, вели себя спокойно. То есть смирившись, они поняли, уже, ну, да? Что... Ну, конечно. И почему? Потому что и была занята полностью круговая оборона. Им шансов не было. Не оставили ни единого шанса. Сколько они у вас находились здесь на позициях по времени? Ну, в пределах где-то 20 минут. Сразу за ребятами приехали, увезли, да? Я их увозил сам. Ну, у вас была какая-то беседа в процессе? Ну, конечно. Как они вообще реагировали на ваши слова? Вы же наверняка пытались им донести правду. У них же нет возможности все видеть так, как оно на самом деле происходит. Ну, вообще, Жур, и по дороге, что и с первым офицером... Я разговаривал, и второй раз я возвращался за остальными, и что и с первым беседовал, и с остальными тоже. Все настаивает на том, что они дали присягу народу, но почему-то они пришли не и выполняют долг не перед народом, так как и говорится, и присяге, а за свою власть. А на чем они сюда приехали? И на таблетки, ну, лазик.